Всем привет, дорогие друзья! Сегодня масленица, будем готовить блины по очень вкусному рецепту. Я объявлю сегодня победителя, чей рецепт выиграл. Поехали! Сегодня буду впервые использовать вот такие вот брикеты. Судя по отзывам, они очень хорошо работают. Проверим сегодня. Вкусно. Друзья, я где-то неделю назад ориентировочно объявлял о том, что мы на масленицу будем готовить блины. Вот. И чтобы вы присылали свои рецепты, будут подарки от игры «Мир кораблей». Вот. И победил, мне больше всего понравился рецепт. Вот. Я аж говорил вам, пишите имя и город хотя бы, чтобы я мог сейчас обратиться к вам. Ну, ваш аккаунт называется «Правда в глаз». Вот так. Значит, вы победили. Мне понравился ваш рецепт тем, что он такой компактный, понятный, маленький и, ну, нормальный. А там написали вот такие рецепты. Честно говоря, там, ну, запутаться можно. Очень-очень большие эти рецепты прислали. А этот прям мне понравился. Так что, правда в глаз, вы сегодня победили. Вот. Начинаем делать, друзья. Но я, друзья, этот рецепт чуть-чуть подкорректировал, там добавил то, что я больше люблю, то, что я не люблю, там сахар я убавил чуть-чуть, там сахар, он много говорит. Ну а так, в целом рецепт нормальный. Ну что, поехали, делаем. Рецепт там написан на одну порцию, а я умножаю все на два. То есть мы делаем двойную порцию. Сахара добавляем. Вот чуть-чуть я добавляю. Там он много пишет, я чуть-чуть. Вот так. Одну столовую ложку достаточно. Вот, я еще хочу добавить вот такой сахар ванильный. Ой, он такой вкусный вообще. И добавлю еще ванилин, друзья. Ванилин классический, обычный. Тут, по-моему, по 1 грамму идет. Вот, я вот 2 пачки вот такие добавлю. И ванилин тоже такая вкусная приправа вообще. Так, это есть, да? Так, и теперь это все надо хорошо вот так перемешать. Так, есть. И буквально щепоточку соли, друзья. Вот так. И теперь такими мелкими порциями добавляем муку. Не все сразу, а по чуть-чуть, чтобы без комочков было. Вот добавили, помешали. И вот так. Главное, чтобы комков не было. Тесто такое густое получается, хорошее. Ну, в меру, конечно, все тут нормально. И комков нету благодаря вот этой мешалочке такой. Добавляем растительного масла без запаха. Так, хорошо. Все это перемешиваем. Ну что, в принципе, тесто уже готово.
Сейчас начнем выпекать на нашей специальной блинной такой сковородочке наши блины, друзья. Масленица будет зачетная. И сейчас у нас еще начинка такая крутая. Вот. Посмотрим, первый блин у нас комом получится или нет. То есть вот такая консистенция, друзья. Вот. Как кефир или я не знаю. Ну да, как кефир. Вот. Я думаю, это будет хорошо. Комочков вообще нету, я думаю. Потому что она ее разбивает прям хорошо. Такое залипательное видео, да, вот так смотреть. Можно как на огонь вечно, наверное, да, друзья? Друзья, пока настаивается наше тесто, я вам расскажу, как можно отлично скрасить ваше время после трудового дня, например, в мире кораблей. Это бесплатная многопользовательская игра, доступная на ПК или ноутбуке, где вы можете принять участие в эпичных сражениях на любом из сотен боевых кораблей 5 классов. Отличная детализация, точно воссозданные исторические модели стальных гигантов, шикарный звук выстрелов и практически настоящая вода сделают ваш вечер еще приятнее. Нет, правда, много разных красивых карт с разнообразными погодными условиями. К тому же каждый игрок получит кучу подарков при регистрации по инвайт-коду Superstar2024 аж на 16 тысяч рублей, а это контейнеры прем на 60 дней и мощный корабль 8 уровня. Ну а главное, в мире кораблей вышло обновление 13.2, в котором уже доступны новые японские авианосцы с дымовой завесой и минными заграждениями, а еще на верфи начнется строительство уникального гибридного линкора «Североморск», у которого будет свои эскадрильи и мощные орудия в 406 мм. Так что самое время опробовать новые обновления в мире кораблей по ссылке в описании, получить щедрые подарки по этому промокоду SUPERSTART2024. Удачи в море, командиры! Два. Вот так я. Ну, я думаю, шикарно. Даже не комом получился первый блин у нас, друзья. Класс. Вот такой он с этой стороны. Вот такой он с этой. Это у нас первый блин. Шикарно просто. Вот такая красота с этой стороны. Вот такая с этой. Так, друзья, не забываем опять смазывать перед каждым блином. Так, тесто перемешиваем. Так, и распределяем. Друзья, у нас как конвейер, один за одним идет.
Все, друзья, последний блин. Опа. Ну что, друзья, наступил самый любимый момент ролика, когда уже ролик подходит к концу. Подходит дегустация. Вот. Вот такая гора блинов у нас получилась. Правда, не гора, а вот горочка. Но это с литра молока. Вот. Ну вот столько, я не знаю, сколько там. Вот. Ну что, первый блин попробуем с икрой, друзья. Ой, икра у нас засохла. Верхний слой за солнце. Так. Ну, пока мы жарили, друзья, она вот тоже поджарилась на солнце. Ну, ничего, она, я думаю, будет еще вкуснее, чем та внизу, которая. Так. И вот так мы замотаем его. Так, пробуем, друзья. Я вам скажу, вот этот верхний слой, который под солнцем подвялился, подсох икры, пока мы жарили вот эту порцию блинов, даже вкуснее, мне кажется. И блины, знаете, я в первый раз, честно говоря, делал вообще. Прям мне нравятся нормальные. Во! Так, друзья, еще один блинчик с икрой, а потом сделаю с медом. Мед тоже такой классный, гречишный, он как каштановый такой, хороший. Самые вкусные блины, я думаю, с икрой, друзья, на масленицу. Да и вообще в обычные дни. Очень вкусно. Но мы еще сейчас попробуем с медом. Так, мед. Ну, с медом тоже, я вам скажу, очень вкусно. Очень вкусно. Мед прям шикарный, друзья, мне очень понравился, каштановый. Ну что, друзья, я вам всем желаю счастья, здоровья. Рецепт мне очень понравился, вот реально, ну, вкусные блины получились. Я хотя делал блины в первый раз, мне все понравилось. Вот, я вас еще раз поздравляю с масленицей, желаю вам здоровья, удачи. До новых встреч, друзья.